Первая муниципальная группа для детей с ограниченными возможностями здоровья заработала в Черногорске в начале прошлого года. Родителей, пожелавших записать своих чад на занятия, оказалось немало. В коррекционные детские сады попадают далеко не все малыши, да и принимают туда только с 3 лет. Двери же Центра соцобслуживания населения открыты абсолютно для каждого особенного ребенка. 2-летний Степа посещает занятия недавно, но уже успел познакомиться с одногруппниками и педагогами. Он вообще, в принципе, когда заходит в коллектив, он как бы не стесняется, то есть как бы вот нормально он себя ведет, как будто бы здесь и был всегда. Ну, бывают моменты, конечно, как у всех детей, что он как бы побаивается. А так нет, он как бы такой коммуникабельный. Не останавливать учебный процесс и не прекращать лечение Степы сегодня главная цель семьи Емец. Добиваются ее сообща. Старшая дочь и супруг – надежные помощники Натальи. Все вчетвером каждый год ездят в Калугу обследовать малыша. Здоровье – главная ценность семьи Емец, да и любой семьи, которая связана с этой группой. 5-летний Семен сегодня активно готовится к школе. Родители упор делают на занятия с логопедом. Сема посещает и основной детский сад, и приходит на занятия в центр. По словам мамы, у малыша особенный темперамент, поэтому и подход к сыну нужен особенный. Он больше в себе, он замкнутый, то есть он не делится эмоциями. Такие дети, они общаются в основном с узким кругом людей. То есть мама, бабушка, ему очень тяжело с новыми людьми общаться. Но есть педагоги, которые располагают к себе. Приносят пользу малышу не только приобретенные на занятиях знания, но и почерпнутые в кругу семьи. Сема с младшим братом день за днем осваивают правила поведения и учатся помогать маме. В игровой форме помогать. То есть пойдем посуду помоем, но это все в игровой форме, потому что если их заставлять, ничего не получится. То у меня младший, несмотря на то, что 3 года, машинка только запикала, он же «я тебе помогу», с удовольствием бежит и развешивает белье. Своих сыновей Татьяна с супругом воспитывают на собственном примере дружной семьи. Уверенные Данил и Семен вырастут настоящими мужчинами. У нас поставлен как бы папа глава семьи. И они уже знают, что я мужик, я глава семьи, я зарабатываю деньги. И у меня дети как бы говорят: мама, я вырасту, заработаю деньги, куплю тебе большую машину. То есть они вот эти приоритеты мужчины, они уже впитали. Наталья Громашова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.